Платинум Арена Красноярск – спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной на 7000 зрителей. Расположен в Свердловском районе города. Является одним из ключевых объектов зимней универсиады 2019. Именно здесь на высоком организационном уровне прошли церемонии открытия и закрытия всемирных зимних студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию. В состав комплекса входит ледовая площадка для соревнований по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, а также залы хореографии и силовой подготовки, комнаты для переодевания с душевыми. Многофункциональность комплекса позволит проводить здесь не только тренировочные занятия сборных команд страны и края, детско-юношеских спортивных школ Красноярска по ледовым видам спорта, но и крупные культурно-массовые мероприятия. Всего за несколько часов ледовая арена может быть трансформирована в концертный зал или выставочную площадку.